Всем привет, с вами Прия. Пришло время вновь проверить недельную удачу путем вскрытия сундуков, ну а в дальнейшем и убийствами аргусов на стриме в Нормале и Хэме. Ну что ж, начнем же. Начну с ДК и закончу ДХ. Поехали. Это колечко 960, которое мне не нужно. К счастью или к сожалению. Модификаторы текущей недели, усиливающий, мучительный и тиранический. Сейчас мы подробно о них поговорим. Тиранический модификатор не претерпел никаких изменений за последний месяц, так что все стабильно. Такие же усиленные боссы по ХП и атаке. Следующий модификатор был усиливающий, по-моему, да? Да, абсолютно верно. Модификатор усиливающий работает как на мобов, так и на боссов. То есть при убийстве моба рядом стоящие заагренные мобы также усиливаются по ХП и атаке на 20%. И боссы в том числе. А мучительные просто нужно держать в группе 90 плюс процентов ХП. А эти сапоги, кстати, падали в прошлом КД. Этому вару моему, только они падали без сокета. Теперь они упали с сокетом. Ой, как же это забавно. Письмецо какое-то пришло. Надо попочитать. А, это с легендарочками. Надо будет выбрать день, выбрать ту среду, в которую я наконец-то возьмусь и вскрою все вот эти легендарные предметы на своих тинках, потому что за месяц накопилось их достаточно в таком хорошем количестве. Да. Идем дальше, идем на паладину. Быть может, паладину упадет что-то, кроме бижутерии и реликвий. Надеюсь на это. Поехали. О, запястье. Хорошее улучшение. Добавлю в список утиля, а продам потом уже. Идем дальше. Друид. На самом деле, друид очень хорошо в текущий момент экипирован с недельных мифических сундуков. То есть суммарный эквип 975,5 и абсолютно все вещи 960 плюс эквипа. И что самое интересное, окей, ладно, кроме кольца, если так рассмотреть абсолютно все вещички, то все они взяты с мифического сундука еженедельного. Ну окей, кроме релика и вот кольца. Возможно, сейчас это исправится. А, нет. Увы. Ну, друид везучий просто на самом деле, и частенько ему прокает на шмот. Поэтому такой высокий эквип, но сета нет, хотя говорят, что сет не особо актуален для мишек, но все же. То есть не посещая рейды, просто вскрывая мифические сундуки. Сделан 975 эквип. Да, конечно, за большое количество времени, но все же. Самое главное, что он достигнут. Так, окей, что упадет шаману? Релик. А, нет, какая-то шапка 975-я. Я, кстати, ее экипирую. Угу. Так-то лучше. 14-й квартал. Ну да, жаль, что не 15-й. А, да, надо трансмог новый наложить. За Альянс. Ну, идем к самому последнему персонажу. Охотнику на демонов. Хочу челюсти ледопасти. Я давно их не просил, так что, пожалуйста, пусть они выпадут. Хорошо? Но это ж всего лишь пиксели.
Пожалуйста. Понял. Сейчас надо, кстати, глянуть, какие у меня сапоги и что это за сапоги упали. О, 17-е казематы. Неплохо. И да, надо будет сумки растрясти, а то после прокачки снятия шкур как-то много лишнего образовалось. Так, ступни. Универсальность, искусность. А у меня же были какие-то ступни другие. Вот они, перчатки все мои, которые есть. Мастер Хаст. А, ну да, то есть я снял 60-е вещички в пользу 40-х перчаток и 45-х ступней для получения микробонуса Сурамарского на повышение 3000 искусности. Даже не знаю, грамотно ли я это сделал. Ну, я считаю, что да. Самое главное верить в это. Ну что ж, сундуки вскрыты, осталось только убить аргусов. Но этим я уже займусь на стриме. Всех вам благ, счастья, здоровья. Не забывайте посещать ВК-группу, YouTube-канал с различными полезными видосиками, начиная от реализации всяких второсортных реагентов, заканчивая различными интересными ПВЕ-рассуждениями. Не болейте, ума вам побольше. До скорого!